Говорят, дерьмо всегда всплывает. Это поэтому ты тут? Ты не думал на тот маленький остров прогуляться? По крайней мере, тут тебя не видно будет. Смотрите, кто это у нас. Еще огрести хочешь? А ты заносчивый ублюдок, я смотрю. Что ты здесь делаешь? Капитан Романов назначил меня приглядывать, чтоб с тобой ничего не случилось. По крайней мере, пока ты занят поисками стальной бороды. А мы делаем, что скажет Романов. И я, и ты. Знаешь, я думаю, ты здесь в качестве наказания. Романов готов спорить до сих пор злится, что ты потерял ключ от лачуги стальной бороды. Ты лучше не обо мне, а о себе беспокойся. Значит, ты за мной присматриваешь? Я себя чувствую гораздо спокойнее. Просто ищи следующую подсказку. Как ты узнал, что я сюда приду? Романов знает все про всех на этом острове. От него ничего не скроешь. А откуда ты знаешь про подсказки стальной бороды? Да все это знают. Это не ответ. Ну какая к черту разница? Давай, ищи лучше. Зачем мне отправляться на маленький остров? Ты ищешь что-то, что принадлежит пирату, так? Остров защищен водой со всех сторон, верно? Если даже такой тупица, как ты, способен понять, что к чему, вряд ли это подходящее место, чтобы что-то прятать. Говорю тебе, ты найдешь там то, что ищешь. Сейчас увидим. Здесь что-то есть. Я побывал на маленьком острове и нашел там одну подсказку стальной бороды. Тогда мое дело сделано. Выходит, ты лишишь меня своего общества? А ты думал, я так и буду тут околачиваться? Ты бы пошевеливался, что ли? Романов будет за тобой присматривать. Покойся с миром. Здесь что-то есть. Чья это могила? Здесь что-то есть. Черт, ты узнал меня, да? Ты Василий, один из людей Романова. Да, черт побери, ты меня не видел, ладно? Но я же тебя видел. Романов с меня шкуру сдерет, если узнает, что ты меня видел. Сделай одолжение нам обоим. Веди себя тихо. Чем ты тут занимаешься? Слежу за тобой, но ты мне мешаешь. Это еще что за глупости? Он хочет, чтобы ты помог Пэтти, и чтобы тебя при этом не убили.
И поэтому ты преследуешь меня? Ты ищешь большое сокровище. С чего это ты взял? Каждый, кто слышал о сокровищах Стальной Бороды, знает, что Петти ищет их. А тебя часто видят вместе с Петти. Я видел, как эта девка шаталась по старому кладбищу на западном склоне. А ты бегаешь через весь остров с лопатой. Ну, любому дураку ясно, что вы затеваете. Мне не помешает твоя помощь. Моя? Что я могу сделать для тебя? Мне надо попасть на западное побережье. Ты поможешь мне добраться туда. Если придется. Но когда ты закончишь свои поиски, я уйду. Идем со мной. Ладно. Здесь что-то есть. Я смотрю, ты нашел то, что искал. Значит, мы сделали огромный шаг к нашему сокровищу. Нашему сокровищу? Я уверен, что ты примешь верное решение. Успехов в поисках. Но помни, кто помог тебе. А, сухопутная крыса. Поболтать пришел. Привет, Романов. Самый момент тебе попробовать убить меня из-за подсказок о сокровище Стальной Бороды. Поверь мне, если бы я мог, так бы и сделал. А что тебе мешает? То, что лишь вы с Петти знаете, как избежать ловушек Стальной Бороды. Эта маленькая стерва уже отказалась сотрудничать. Посмотрим, окажешься ли ты умнее. Что ты сделал с Петти? Она в безопасности. Где? В месте, где она может внезапно перестать быть в безопасности. Все зависит от того, как поступишь ты. Каких таких ловушек? Хватит дурака валять. Я уже потерял одного из своих людей в попытке добраться до сокровища. Так что теперь мои люди туда не пойдут. А раз с нами есть ты, им и не придется, верно? Чего ты от меня хочешь? Ну, у тебя есть выбор. Или ты идешь в пещеру и приносишь мне то, что нужно, или ты никогда больше не увидишь Петти. Я принесу тебе сокровище Стальной Бороды в обмен на Петти. О, как это мило! Ты запал на шлюшку из таверны. Но она определенно крайне привлекательна. Ее отец всегда выбирал только самых лучших проституток. Ладно, договорились. Давай за дело. Я буду ждать. Я смотрю, ты нашел добычу Стальной Бороды. Так что давай сюда карту. Вот. Я нашел кучу золота и эту карту. Золото твое. Мне нужна лишь карта. Я впечатлен, крысеныш. Когда я тебя в ту пещеру послал, даже не надеялся, что ты оттуда выползешь. Мне бы пригодился такой человек. Я предпочитаю работать в одиночку. Ну, если вдруг передумаешь, для тебя всегда найдется место в моей команде. У нас был уговор. Где Петти? Ты правда хочешь освободить эту бестию? Думаешь, выпустить ее будет безопасно? Я сдержал свое слово. Сдержи и ты свое. Спокойнее. Я просто пошутил. Она заперта в развалинах на восточном склоне к югу отсюда.
Вот ключ. Здесь мы расстанемся. Надеюсь, ты не сочтешь за грубость, если я скажу, что не хотел бы больше видеть ни твоего лица, ни ее. Понял? Почему ты хочешь карту стальной бороды, а не сокровище? Разве это так важно? Не твое дело. Верно? Карта моя. Как мы и договаривались. А что с золотом, которое тут зарыто? А это твоя проблема. Мне лишняя головная боль ни к чему. Мне лишь нужен крепкий корабль, который переживет эти бури, и я с радостью покину эту дыру. Я рад, что это все закончилось. О, спасибо. Похоже, пришлось изображать из себя принцессу в беде. А я тогда кто? Герой или дракон? Как ты смог до меня добраться? Пришлось убедить Романова отпустить тебя. Это было нелегко. А что насчет морской карты? Она у тебя? Какая карта? Ты радуйся, что у тебя голова на плечах осталась. Пришлось отдать ее Романову. Что? Ты совсем из ума выжил? Я знала, что тебе нельзя доверять. Эта чертова карта стоит больше, чем твоя жизнь, что ли? Ну, нет, но... Ты прав. Надо было сообразить, что Романов такие условия выставит. Мерзавец. Нужно отобрать карту у него, пока он не исчез. На этой карте отец отметил все места, где он спрятал золото. Золото, значит? Опять в могилах? На этом острове много золота. Но это ничто по сравнению с другим его кладом. Тот клад – это мое будущее. Я не хочу всю жизнь провести в таверне в этом захолустье. Ну, на этом острове тоже есть золото? Думаешь, надо его найти и потратить? Да. Да, сразу как мы остановим Романова и отберем у него карту. Хватит с меня. Не буду больше в это играть. Иди куда хочешь. Я в тебе ошибалась. Тебе это не по силам. Можешь пойти и упиться до смерти, как все остальные тут. И еще раз. Проклятие. О, нет. Получилось. Ладно, я помогу тебе. Я это ценю. Спасибо. Романов, скорее всего, направится к кораблю. Он готов рискнуть и выйти в бурю, если пахнет золотом. Значит, он направляется в порт? Да, и скорее всего воспользуется туннелем Дона, чтобы пробраться в город. Если поторопимся, сможем его перехватить. Давай вперед, встретимся на месте. Идем со мной. Без вопросов. Ты не слышал, что я сказал? Не будь занудой, слышишь? Я ненавижу зануд. Я тебя убью. Ой. Ну-ка, что тут у нас? Вот, мне удалось загробастать карту стальной бороды. Правда? Ты хоть представляешь, насколько эта карта ценная? Ну, поскольку это пиратская карта, то тут явно не лужайки для пикника обозначены. Точно. Отец отмечал тут все острова и страны, которые он посетил за долгие годы странствий. Каждым из этих мест он спрятал золото. Карта могла попасть в руки кому угодно. Спасибо, что ты принес ее мне. Ты приличный парень, в отличие от большинства остальных. А что с остатками сокровищ стальной бороды? Я забираю карту. Ты забираешь золото. Договорились? Думаю, я переживу. Можешь также забирать старый дом отца. Он находится рядом с борделем.
Видимо, отцу так было удобнее. Спасибо. Хотя я не уверен, что он мне пригодится. Ну, так или иначе, он твой. Вдруг ты решишь остаться на острове? И что ты теперь будешь делать? Я пойду назад в город. С этими бурями с острова не выбраться. Так что мы тут оба застряли. Ну, что поделаешь? Похоже на то. Заглядывай в таверну, если захочешь. Всегда приятно поговорить с кем-нибудь, кроме пьяных рыбаков. Может, и зайду. Береги себя. Спасибо. И удачи тебе, чем бы ты в этой дыре ни занимался.